Спутник Intelsat 903 расположен в позиции 34,5 градусов восточной долготы. Для его приема в Беларуси я использовал прямофокусную антенну 180 см. В восточном луче вещают два канала из Кот-д'Ивуара на французском языке. Alors j'ai décidé d'apporter un peu un petit plus voilà pour le bonheur de tous ceux qui nous regardent. Alors aujourd'hui on va parler relooking. On ne peut qu'attendre pour l'instant et ça dépendra de son évolution. Là on pourra prendre une décision. Quel genre de décision? В глобальном луче вещают три канала на английском языке для американских военных баз. Качество картинки заметно хуже, чем, например, на спутнике Eutelsat 9A в позиции 9 градусов восточной долготы, который без проблем можно принимать на небольшую антенну. Да и американских каналов там больше. В луче, охватывающем Европу и Гренландию, вещают 5 каналов. 3 из них из Дании, кодированные, предназначенные для датчан в Гренландии. И еще 2 канала на гренландском языке для местного населения, которые не кодируются. Og så kommer der en, så bliver himlen helt mørk, og der kommer en grøn drage frem, som opfylder ens ønske. Tegner sig fremadrettet, så kan man jo frygte, om der er plads nok på de sikrede institutioner, hvis der kommer flere og flere flygtninge til Danmark.